Брестский музей войны – территория мира, вторая географическая точка Беларуси, где демонстрируются экспонаты выставки «Украина во Второй мировой войне 1939-1945 года». До города над Бугом эти 45 работ находились в столице Беларуси, городе Минске. Тоже временно место их постоянной дислокации – Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Материалы этой выставки нас повертают в далекое минуле, повертают в те часы, коли розпочалася Друга світова війна. Представлені матеріали, в яких показано мужність та героїзм нашого народу під час Другої світової війни. Особлива увага іще приділяється долі матерів, які проважали чоловіків, які проважали своїх дітей на війну. Экспозиция «Фрагменты жизни и борьбы. История героизма и трагедии роковых-сороковых». На долю украинского народа тогда части Советского Союза выпало немало испытаний. Украина дала фронту около 7 миллионов солдат и офицеров. Более 2000 удостоены звания героя. 32 человека дважды, а летчик Иван Кожедуб трижды. Были уроженцы Украины и в числе тех, кто поднимал флаг над Рейхстагом. От имени Союза украинец Кузьма Деревянко подписывал акт о капитуляции Японии. И об этом, как и об остальных героях и стране, общей истории забывать нельзя. О потерях Великой Отечественной войны, Второй мировой войны мы, наверное, будем говорить еще долго, и она навсегда останется тяжелейшим шрамом в истории человечества. Наша близкая крепость действительно была первой, кто стал на пути фашистского агрессора, который перешел границу Советского Союза. И наши защитники крепости были сильны тем, что, защищая эту землю, они защищали свои села и деревни, они защищали аулы, многонациональные гарнизоны, представители 30 национальностей, защищали Брестскую крепость, защищая всю страну. Среди них более 40, имена кого увековечено на плитах мемориала, уроженцы Украины. Напоминаем, выставка, рассказывающая об Украине во Второй мировой, находится в юго-восточной казарме «Цитадели» в зале Музея войны территории мира. Ознакомиться с экспозицией можно до середины октября, по 15 число включительно.